все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области пасмурно и облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега, днем минус 13, минус 17 градусов, ночью 15-17 ниже 0. Ветер северный, северо-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем минус 14, в темное время суток 17 ниже 0, северо-западный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти тучи, возможен небольшой снег, днем минус 14, ночью 16 с минусом, северный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой снег, в дневное время минус 13, ночью минус 15 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.